берут? Не, нет. Вот пирожковая с 56-го года. Вот цены. С картошкой раньше стоила. Подруга мне говорила, 3 копейки. Она в детстве здесь жила, бегала в эту пирожковую. Но это 60-е годы. Вот так она выглядит. Похоже, что интерьер и не менялся. Вот стоит все время здесь очередь. На улице. Опа, двери какие-то тяжелые. Сейчас выйдем на улицу. Опа. Вот это легендарная пирожковая. Я, к сожалению, не ем сейчас пирожки. Я на диете, с дрожжами не ем. А так бы вот попробовала. Вот изнутри она выглядит. Ну, стоило раньше 3 копейки, а сейчас 38 рублей пирожок. Вообще. Вот Виктор Цой тут жил. Тоже, наверное, бывал в этой пирожковой. Ну, люди вот идут вообще прямо. А то один раз было на улице очередь, я видела.